Доброе утро. И хочу сразу окунуться в историю. В руках у меня очень хорошая книга Натальи Зазулиной «Князь Голицын, неизвестный во всех отношениях». Наталья Зазулина – историк, публицист. Совсем недавно мы читали ее книги о путешествии Павла Петровича за границу, о последнем десятилетии царствования Екатерины Великой. И вот теперь вдруг Голицын. Человек, с одной стороны, вроде бы малоприметный, а с другой стороны – обер-прокурор Святейшего Синода, министр духовных дел и народного образования. Название-то какое? «Духовных дел». Книга, посмотрите, очень красиво оформлена, великолепной иллюстрацией. Приятно держать в руках и очень интересно читать. То есть это скорее не книга о самом Голицыне, а книга об эпохе, в которой он жил. Николай Зазулина, «Князь Голицын, неизвестный во всех отношениях». Очень хорошая книга.